Здравствуйте, меня зовут Тамара Викторовна, и сегодня мы рассмотрим цикл задач, которые необходимы для того, чтобы решать задачи из цикла «Реальная математика» в 9 классе и первая задача в ЕГЭ. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 12 грамм лимонной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 грамм. Какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров маринада? Для того, чтобы решить такую задачу, необходимо сначала увидеть следующее. Итак, у нас на 1 литр воды 12 грамм лимонной кислоты, а всего нам нужно 6 литров маринада. Итак, 12 грамм мы умножаем на 6 литров маринада и получаем 72 литра. Для того, чтобы узнать, сколько пакетиков нам потребуется, мы 72 грамма делим на 10 и получаем 7,2. Мы не можем купить 7 пакетиков и еще немножко, да, 2 десятых пакетика, поэтому мы покупаем 8 пакетиков. Ну и ответом будет число 8. Задача номер 2. Для приготовления вишневого варенья на 1 килограмм вишни нужно 1,5 килограмм сахара. Сколько килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 27 килограмм вишни? Для того, чтобы решить эту задачу, нужно вспомнить то, как вас учили в школе. А в школе вас учили решать такие задачи по пропорции. Давайте пойдем по пути наименьшего сопротивления и просто вспомним, как это делалось пропорцией. Итак, 1 килограмм вишни. На него уходит 1,5 килограмма сахара. Далее 27 килограмм вишни. На него уходит x килограмм сахара. Для того, чтобы найти x, надо вспомнить наш крестик. Что на что умножаем? Умножаем то, что можно умножить, и делим на то, что стоит на одной линии с x. То есть 27 умножаем на 1,5 и делим на 1. Получаем 40,5. Ну, понятно, что у нас стоит вопрос, сколько килограммовых упаковок сахара надо купить. Поэтому мы с вами говорим, что мы не можем купить 0,5 упаковку. Да? Нам нужны килограммовые упаковки, и ответ будет 41.